Здравствуйте, дорогие друзья! Если вы впервые задумались об обмене взглядами, это может показаться вам не слишком существенным фактором в общении с ребенком. Однако, сами того не сознавая, мы используем обмен взглядами как первейший способ проявления любви. Первое, что привлекает внимание младенца – лицо человека. Когда ребенку примерно 6-8 недель, можно заметить, что его глаза все время двигаются, как будто в поисках чего-то. Глаза напоминают два радара, которые все время движутся и ищут. Знаете ли вы, что ищет ребенок? Он ищет другую пару глаз. Так что же такое обмен взглядами? Ответ на этот вопрос мне подсказала книга «Искусство быть родителями». Итак, обмен взглядами предполагает в первую очередь необходимость глядеть прямо в глаза другому человеку. Большинство людей не осознает, насколько важен этот фактор. Вам когда-нибудь приходилось вести разговор с человеком, который отводит глаза в сторону и избегает встречаться с вами глазами? И это непросто. Наши чувства к человеку очень сильно зависят от зрительного контакта. Дайте то, что у вас есть. Возможно, для кого-то это будет ценнее, чем вы можете себе представить. К несчастью, мы, родители, сами того не сознавая, зачастую придаем обмену взглядами иной смысл. Например, родители могут одаривать ребенка взглядами только при определенных условиях. Когда ребенок ведет себя безукоризненно, и родители испытывают гордость за него. Такое отношение расценивается ребенком как любовь с условием. С другой стороны, очень часто родители используют обмен взглядами для того, чтобы давать инструкции, делать выговоры и критиковать ребенка. И это будет ужасной ошибкой. Такой способ использования силы взгляда срабатывает до тех пор, пока ребенок мал. Когда он подрастет, страх сменится злостью, отчуждением и депрессией. Идеальное подтверждение этому было получено во время исследования, проведенного в одной педиатрической клинике. Исследователь сидел в конце коридора, записывая, сколько раз медицинские сестры заходят в каждую палату. Было замечено, что одних детей навещали чаще, чем других. Наиболее общительный ребенок получал больше внимания. И самым главным фактором здесь был обмен взглядами. Менее всех посещаемые дети едва взглядывали на пришедшего и сразу же отводили глаза. Дети избегали встречаться глазами, создавая трудности общения с ними. Если только у медперсонала выдавалась свободная минутка и возможность выбора, в какую комнату войти, они, естественно, выбирали ребенка, с которым приятно общаться. Подобное происходит в тысячах семей. И исправить это родители могли бы, установив практику обмена взглядами, то есть выразив к ребенку свою безусловную любовь. Самое большое счастье в жизни – это уверенность в том, что тебя любят. Наши способы выражения любви не должны зависеть от того, довольны мы ребенком или нет. Любовь никогда не перестает. Так написано в Священном Писании. Как мать, я счастлива, что узнала о важности обмена взглядами. Это внесло положительные изменения в отношения с моим собственным ребенком. Я никогда не забуду, например, нашего переезда в другой город. Нашему сыну Матвею было тогда чуть больше 2 лет. Он был вполне счастливым, энергичным и в меру независимым ребенком. Примерно через неделю после переезда мы с мужем заметили, что с мальчиком произошла какая-то перемена. Он стал плаксивым, легко раздражался, постоянно болтался под ногами и раздражал нас. В то время мы с мужем старались как можно быстрее привести в порядок новое жилище. Нас обоих сердило и раздражало поведение нашего сына, но мы отнесли это на счет переезда. Однажды вечером я задумалась обо всем этом, и мне пришла в голову идея представить себя на месте своего ребенка. И я поняла, в чем было дело. Хотя я и находилась со своим ребенком день и ночь, но я так была занята своими делами, что ни разу в действительности не уделила своему малышу должного внимания.
я ни разу не встретилась с ним глазами и редко прикасалась к нему. Его эмоциональная емкость опустошилась, и своим поведением он как бы спрашивал меня: «Вы любите меня?» Чисто по-детски, нормальным способом он выражал сомнения. «Вы все еще любите меня теперь, когда мы на новом месте? У нас все по-прежнему?» Как только я поняла это, то стала заглядывать в глаза Матвея так часто, как только могла. При любом удобном случае я прикасалась к нему и оказывала ему внимание. Перемена произошла разительная. Когда эмоциональная емкость сына наполнилась, он снова стал прежним, счастливым, сияющим ребенком. Дорогие родители, давайте сделаем наших детей сильными. Детям просто необходимо ощутить безусловную любовь, чтобы выжить в этом сложном мире. Давайте никогда не забывать о том, что, как написано в Библии, светлый взгляд радует сердце. А теперь перейдем к домашнему заданию. Представьте себе, что вы встречаете своего лучшего друга или подругу. Как вы показываете, что рады ему, что он вам дорог и близок? А теперь представьте, что это ваш собственный ребенок. Вот он приходит домой из школы, и вы показываете, что рады его видеть. Представили? Теперь сделайте это на практике. Было бы интересно узнать, что у вас получится. Присылайте нам письма, звоните. Да благословит вас и вашу семью Господь. Люби своего ребенка любым, не талантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с ним, радуйся, что ребенок – это праздник, который пока с тобой. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телепрограмма «Лицом к лицу».